11 лет. Я люблю играть в куклы с подругами. У меня, когда есть свободное время, мы с ними играем в дочки-матери или играем в куколки. Ну, наши дети такие большие куколки, пупсики. Нам дарят их на Новый год, когда мы заказываем. И мы играем, у них посудка есть. Мы каждый год ездим на веселые старты. И соревнуемся, там мы побеждаем, грамоты там нам дают, подарки. И мы каждый год что-то новое выигрываем. В этот 2014, сейчас 2015, а мы в 2014 выиграли вот этот столик. И мы будем на нем играть. Я люблю вышивать и вязать. Я подушечку вязала, я брату подарила на день рождения, желто-синюю. А сейчас я вяжу тоже подушку бабушке. Передаю привет своей бабушке. Желаю, чтобы она починила свою ручку, чтобы она у нее не болела ручка. И передаю привет моему братику 2-летнему. Ему 13 февраля будет 3 годика. И желаю ему на день рождения, чтобы он вырос, чтобы счастье у него было в жизни, все у него было хорошо. Передаю привет его маме, тете Свете, чтобы она со своим Женечкой и сыном жила хорошо и счастливо. И здоровья им.